Почему парни пишут другим девушкам? Устала незаконно читать переписку своего парня с другими девушками и бояться попасться в самый важный момент? Мечтаешь, чтобы в его жизни была лишь ты и никаких конкуренток? Это вполне выполнимое желание. И сегодня мы поговорим о том, как его реализовать, чтобы еще и не разругаться со своим любимым в пух и прах. Но для начала следует выяснить, действительно ли он общается с другими девушками. Все зависит от того, какую цель преследует молодой человек. Если он заинтересовался какой-то конкретной особой, то не мудрено, что его реакция на твои слова будет агрессивной. Понаблюдай за ним. Психологи утверждают, что он или может превратиться в сверхзаботливого жениха, или будет тебя критиковать по делу и без дела. Плохо выглядишь, потолстела, не очень модно одеваешься. Все это может быть звоночком. Ты у него можешь быть не одна. Многие считают, что то, что их парень активно общается с другими, это не проблема. Но так ли это на самом деле? Зачем они это делают? Вопрос интересный. Ведь не бывает дружбы как таковой между противоположными полами. Хотя, если ты доверяешь своему молодому человеку, на все 100% уверена в нем и в том, что он не изменит, то глаза на общение своего парня и его бывшей можно и закрыть. Немаловажный момент – это то, как именно он общается с другими девушками. Если чисто по-дружески, как с мужчиной в юбке, то все нормально. Но при наличии открытого флирта и явной заинтересованности в собеседнице, как красивой, умной, сексуально привлекательной женщине, стоит бить тревогу. Еще один совет. Она должна знать о вашем существовании и не питать иллюзий относительно своего якобы друга. Но все же вопрос остается открытым. Зачем они поддерживают контакт на стороне? Если парень ищет знакомства на просторах интернета, то девушке следует навострить ушки. Ведь это может быть сигналом следующего. Первое – это непонимание молодого человека того, что ему нужно на самом деле. Второе – отсутствие внимания к его персоне. Третье – недостаток общения с возлюбленной. Четвертое – недостаток комплиментов от девушек. Пятое – желание почувствовать себя значимым. Шестое – поиск флирта. И седьмое – это даже может быть жажда виртуального секса. Но несмотря на все это, не обязательно, что все вышеперечисленные причины обязательно должны быть в ваших отношениях. Вполне может быть, что твой парень проще находит общий язык с девушками, он проводит много времени за компьютером, да и вообще не видит в такой переписке ничего странного. Если она чисто дружеская, без фраз по типу «ты такая красивая», тебе часто об этом говорят? «Мне бы такую девушку, как ты». И так далее. Так что если ты все же прочитала его переписки, чего, конечно же, делать не рекомендуется, и не нашла в них таких фраз, тогда будь спокойна. Его точно не интересует данная девушка. Уж поверь, переписка или даже реальное общение без намека на отношения и запаха флирта – это не конец света. Ведь он же не сохраняет фотографии девушек себе на компьютер, он не любуется ими часами, он не приглашает на свидание и уж тем более не предлагает секс. А вот произойдет ли это в будущем, зависит только от тебя. Поэтому, сколько бы ни прошло времени с начала ваших отношений, не забывай развивать их. И это, надо заметить, очень хороший мотиватор, который не даст тебе расслабиться. Не забывай похвалить своего молодого человека, отпусти в его сторону немного комплиментов и люби его. Люби его чистым сердцем, и тогда ты обязательно будешь получать все в ответ. И тогда ему никто другой и не нужен будет. Если данное видео было тебе интересным, не забывай поставить лайк, подписывайся на наш канал.